Надо? Нет. А уже гаражи у вас там просто занимают гаражи. А, так я сюда иду. Ага. На ту сторону. А там нема. А вон оно, дерево. Ну, как в этом фильме. Помните? Я вот на эту сторону, ага. У меня тут нема ничего. Ну вот дивися, вот отсюда будет вода, вот она отсюда будет. Сначала сильно бежала, а сейчас тише, тише, тише. А, ну пока когда поворачиваешь, она вообще рвется. Зачем? У вас вода хоть перекрывается? Перекрывается. Когда уезжали, перекрывали, да? Конечно. Ну правильно. Это обязательно. Это для вас не проблема. Понимаете, у нас что в школе? У нас было аналоговое, а у вас цифровое. У вас другое совсем понятие. Мне он показывал... Нет, так я могу просто, если это все нормально, у вас ДИА есть, да, вы заходите есть, туда? Есть, у меня ДИА есть, да. Ну, так я сейчас вам сделаю там. А я оформлю потом вам. Я вот открою ДИА, а я даже не понимаю, что вообще, что оно такое, еще видят. Ну да. У меня тут ничего не идет. Если ты года сидит, он уже соображает, куда ты думаешь. Да тут себе до 70 дожил и не знаешь. И баран барану в этом человеке сидишь. Так. То есть так еще вдруг начала разбираться, то вообще хорошо. Зажарело все. Получается, я уехала 24 марта, угу. Получается, все лето, осень, зима, отопления не было, на сырость у нас. Осень поздно включили, тут так сыро было, что начало все... Цвесть, да? Цвесть, да, у меня он там в спальне даже угол подсвел, так я купила от свили. От грибка от этого, но еще не было. Блин, тут так оно все загнило, такое ощущение, что сейчас действительно... А потом я прибежала, потом смотрю, а у меня, ёлки-палки, у меня же есть телефон ваш. Думаю, знаю, а вдруг, а мало ли. У меня, говорит, муж покойный все делал, я не забуду, ни ход не знала. А теперь человек мой помер в 16-м году, и все, я теперь все должна сама решать, все вопросы. Сын на фронте. Короче. Некому так, а какую-то можно тряпочку какую-то, ну тряпку, короче, большую. Мы сейчас шланги отключу, но чуть-чуть вода польется. Надо половую тряпку какую-то большую. Она там немного, но все равно. Если у нас вот так уже. Все в сырости. Давайте я вытащу эту тряпку, что эту бумажку. Так что держать не надо, да? На кружку какую-то или чашку. Вот это можно? Дальше, можно, сюда. Можно, сейчас дам. Давайте быстрее, потому что нальется. Все, дай. Мы сейчас пока не подойдем, так соседи будут стучать. Идите, наверное, в ванной, откройте воду, чтобы она туда лучше выходила. Давайте близко туда.
Ой, извините, пожалуйста. Ну, краник не держит ни хрена. Она с этого бежит. Слава? Можно выключить пока колонку? Ну, закройте, если там есть кран какой-то. Не-не, назад. Ну, она была еще льется больше там. Ага. А тут клин на меня уже начал лететь от давления больше, чем... Капец. Он хочет переставать литься. Так, ладно. Пусть она в тазик льется. Ну, вроде перестала уже. Главное, чтобы не наполнилось. Пусть в тазик плюс. Да и все. А ну подержите этот смеситель, пожалуйста. Сейчас посмотрю, вроде да. Так, на экран же поменять, да не хочется. Так вот может быть такое, что да. Потому что сейчас соберу, а оно вдруг не будет держать. И опять разбирай. Да я просто думала, если стоит 2000, так у меня же денег не было. Я понимаю, что денег не было. Я оно 500 гривен стоит, так оно и не страшно. Ну тогда, поэтому он взял недорогой. Потому что может быть такое, что ничего не поможет. Ну, это итальянский тогда, когда ты можешь еще с человеком так решили купить такое, чтобы надолго. А сколько ему лет уже? Где-то, наверное, я не помню, какой. 13-го года, 14-м года. Угу. Долго чинить, я же не знаю, сколько это. Не, ну, значит, получается, лет 10 как есть, да, почти? Где-то 10 лет, да. Еще попробую его разобрать. Еще шланг не хочет откручиваться. Я не смогу его разобрать. Он, наверное, да, мне кажется, что он это неразборный. Он как бы должен разбираться, но мне такое сейчас настолько закисло, что он только сейчас, наверное, разломается. Встречу. Знаете, не мучьтесь, ставьте то есть вот, да? И не мучьтесь. Тут такая поговорка не подходит. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не, ну что-нибудь получится, поломается, наверное, скорее всего. Краник. Наверное, такой самый, как и этот. Плюс-минус. Да, отлично. Супер. То же самое. Так. Ой.
уже резко нема, уже такой матовый стал. Такой же тоже был такой красивый. Подустался, да, такой же? Ну да. Так и вроде и моешься, и стараешься, чтобы чистенько было, а все равно же оно стареет все. Как и люди стареют, так и вещи все стареют. Как вас звать? Володя, Владимир. Угу. Вот надо мне туда записать. У меня написано, можно вызвать. Можно на час, да? На час, да. А, надо было имя сразу. А сейчас вот я не знаю. Нет, в телефон я не могу ничего ввести в телефон. Вот эту книгу. Ну что там у вас, Xiaomi какой-то? Это он, да? О, да, вот он. Android. Угу. Ну где-то ж понажимала. Я обычно понажимаю, а потом на меня дети кричат, куда ты влезла опять. Угу. А оно случайно нажала, забыла, что нажала, потом не могу. И сама не дети не могу дать толку. Как это получается? Может, там другого что-то помыть не надо? Таня, я вам тут вытеру, но чисто. Ну, нормально все. Так. Надо сюда слонги, наверное, просовывать. А потом... А! Ой, не, Валя, не надо. Валя, да. А я пошла выходить. Это я выходила. А, ну я пошла. Мы ездили на ремонтировать, но... Подожди, сейчас не влазит. Не хочется сильно. Ладно, будем колхозить так. Наверное, вот так вот.
Так, это получается. Запасная, ребята. Все, резинки не нужны. Так, он где включит на 10. Тут на 9. Хорошо. Значит, будет на 9. Да, сейчас только затянул. Помочь? Эм. Не надо держать? Нет. А у вас это... У вас карточка есть? Да. Если мне, наличка там, я не знаю, сюда. Да, у меня. Ну, у меня любой банк есть. На приват. А сколько заработал? Давайте я поставлю, чтобы оно все заработало, а потом. Я же не рассчитывала, что вы меня выкрою. Я думала так. Если шум, скажете, пойду в магазин, куплю, раз, вот такое планирую. Ну, молодец, быть, я соображаю, чем. Месяц, может, год, и все равно надо будет менять, потому что оно уже, как оно уже старье. Какое нет, оно старье уже. Так, да. Мне кажется, что оно не отключилось. Такое ощущение, что оно литое. Хотя вроде бы как бы и должно разбираться. Мне кажется, что логически. Ну как-то же не туда вставляли эти прокладки. Можно зачастую, но забирайте. Не, не надо. Вот, хватает мусора. Зашла в сельфу, купила рыбу, не купила, а взяла, еще не оплатила. Шла, заблудилась, вышла через какие-то склады на улицу, не заплатившись. Я тоже вернулась, заплатила, заблудилась. Сельфу, вот этот сушка, который... А ну можете там тот краник повернуть? Сейчас посмотрим, если что, я хрипну, если вдруг где-то потечет что-то. Нет, не тот, там вот в ванной, вот, а, на счетчике. Да, да, да. Открыть воду. Да, без проблем. Ага, без проблем. Так, давай.
Алло. Да, привет. Нет, мы были на кладбище, потому что... Бумага туалетная есть? Ничего. Не-не-не-не, я тут вообще... Да, я... Со свахой поехали, потому что если я поеду на ту дачу, то когда я приеду, хоть и комната, конечно. Из этих болтов сверлить, ломать мойку сейчас, чтобы краник стал по центру. Мне очень хочется. Ну, единственное, что это, что вот этот краник, ну, он же как бы, если делать там типа по-людски, так он должен быть по центру, сюда чуть-чуть и сюда. А из-за того, что тут две спильки, у вас такой трехугольный этот, я не смог повернуть кран. Ну, вот так будет, грубо говоря, вот горячая. А холодная? Холодная сюда. А, вот так? Да. А, ну какая разница, ничего страшного. Привыкните. Да, ничего страшного. Я не мог развернуть кран из-за того, что таким, типа, поняли, ромбом оно сделано. Ага, ну ничего страшного, это все в нашей жизни. А так все нормально работает. Ага. Неля, слышишь, давай я тебе привезу.